Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас будет тенор укулеле. Это укулеле относительно бюджетного характера, если относить эту укулель к остальным тенор укулелям. Поскольку тенор укулель, она гораздо больше, чем сопрано и концерт. То есть это предпоследняя, а если быть точным, то последняя версия укулеле со стандартным строем. Также есть еще и баритон. Но у баритона, как правило, используется другой строй. Да, не будем затягивать, приступим к распаковке. Так, вот, собственно, коробочка сайта Томан. Внутри у нас будет укулеле. И укулеле не простая, а укулеле тенор. Так, открываем. Так, открывается не так все просто, как хотелось бы. Так, открываем. Внутри у нас, скажем так, больше упаковочного материала, чем самого товара. Коробку мы убираем. И вот она, собственно, наша укулелька. А точнее, коробочка от нее. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, как же она выглядит. Скрывается, благо, все гораздо проще. Так, внутри нас встречает тюнер такой вот для укулеле, который можно использовать также с гитарой. У нас мультитюнер от Каша. Буду называть так эту фирму, поскольку мне так проще ее называть. Вот такой вот тюнер. На тот случай, если у вас нет смартфона, если вы понимаете, о чем я. Поскольку, если кто не знал, то дохрена приложений на смартфон, в которых можно настроить и укулель, и, собственно, гитару. Но если вы находитесь в походных условиях, то вот, пожалуйста, вам книжка с аккордами, по которой можно учиться игре на укулеле. Она на немецком, собственно, потому что фирма эта Каша тоже немецкая. Тут у нас базовые аккорды, какие-то мелодии. Собственно, начинающим как бы пойдет очень хорошо. Не надо ничего рыскать в интернете. Первые аккорды можете учить по этой книжке. Также в комплекте у нас сумка. Как видите, уже укулеле упаковано в эту сумку. Собственно, вскрываем. Да, внутри нас ждет еще один сюрпризик. Так, она вот в такой вот гидроизоляции у нас замотана. И наверху у нас замотаны... что у нас тут? Нахрена пакетиков гидроизоляции кокаиновых. Спрячем, пожалуй, все в кармашек. Да, тут вот такой вот кармашек. Внутри у нас фигушка с маслом. Но туда вы можете положить тот же тюнер, медиаторы, которые у вас тут в размере 3 штук. Так, игра, конечно, на укулеле медиатором, это, конечно, сомнительное занятие, но чем черт не шутит. Так, и наш учебник, который тоже туда помещает. Так, открываем, снимаем эту гидроизоляцию, и нас встречает вот такая вот тенор укулеле от Каша. Вот такая вот она матовая и достаточно, скажем так, большая. Да, у нее, кстати, крепления уже встроены. Крепление для ремня, который я уже приобрел, если что. Такая вот по краям у деки. Так, вот так это все выглядит. Достаточно большая. И очень будет хорошо учиться начинающим. Как я говорил, крепление на ремень уже встроенное есть. По краю, как видите, вот такой вот рисунок сделан. Достаточно прикольно это все сделано. Также и у розетки. Снимем этот лейбл. Да, и минус, конечно, что вот эта каша наклеена. Но если вам не нравится название этой фирмы, можете спокойно склеить и написать что угодно. По мне, так это очень хороший бандл для начинающих, поскольку я столкнулся с проблемой, когда покупал первый укулеле. Я купил сопрано, и на этой сопрано я просто не мог зажимать аккорды. То есть это сейчас мы сравним с концертной версией укулеле. Она у меня узкая достаточно, но она, как видите, гораздо меньше вот этого тенора. Моя концертная версия не самая маленькая, то есть есть еще и меньше концертной версии. У меня она достаточно среднего размера. Собственно, перейдем к тестам. Да, как вы могли, наверное, заметить, что тенор гораздо больше предыдущих укулель. И гриф у него тоже достаточно большой, сравнимый, скажем так, с небольшой гитарой, я бы сказал. И... то есть, держать ее в больших руках действительно удобно. Да, такая укулеле хорошо подойдет тем, кто хочет научиться играть на укулеле именно соло. То есть, это вот, скажем так, имба в этом плане. Да, конечно, концертная версия укулеле будет такой, скажем так, золотой середины, поскольку она, моя концертная, допустим, укулеле, она недостаточно меньше, чем этот тенор, да, ну вот я сейчас его держу в руках и понимаю, что, да, это уже как миниатюрная гитара, и с собой взять ее будет проблематично в этом плане. Да, для путешествий больше всего подойдет укулеле сопрано, а на этой укулеле можно, в принципе, заниматься в плане каких-то... учиться всяким соло, что, кстати, очень примечательно. В комплекте идет сразу же сумка,
тюнер, учебник, а также медиатор. Возможно, кому-то будет удобнее играть на укулеле медиатором. Да, что, кстати, еще меня порадовало, что также есть крепление аж целых два для ремня, что действительно удобно. И как раз-таки при вас я его и примерю. Удобненько. Вот такая вот укулелька у нас сегодня была на обзоре. С вами был дядя Бен. Желаю вам всего хорошего и до свидания.